Ребята, доброе утро. А Фенечка, покажи, что там у тебя машинки, да? Это моя. Мама, а у нас нет. Кого? Кого нет, сынок? Конфет. Конфет? Пауда нет. Пауда нет? Угу. Ты все носит? Угу. Мама. Мама. А-а-а. Я их там видел. Да? Ну что, давайте одеваться. Или я там еще поп-тумачу? Я кино встречаю. Не, меня не кино. Да кино. У меня кино постим. Мама. Куда тебя кинуло? Чух-чух, паровозик, чух-чух, паровозик, чух-чух, паровозик, чух-чух. Кого забила, садите, кого забила, садите. Я с кого еду. Садите, забивай. Садись, все, я уезжаю. Чух-чух. Ну что, я ребята делаю. Они пошли с Серджуней на улицу работать. А я, в общем, заправила сейчас везде кровати, постели, не знаю, как правильно. В общем, горло болит вообще ужасно. Глотать очень больно. Но все равно решила не лежать. Я, в общем, лизобаком обычно спасаюсь, сосу его постоянно. Главное не есть, по-моему, и не пить. То есть, чтобы горло было как бы рассосало, и оно как обволокло там этот препарат. Вот, дети на улице, я тут потихонечку уже в порядке. Так как мы для поделки покупали фасоль, я решила сварить борщ с фасолью. Сейчас она у меня там варится. Я пока раскладываю все тут и диван. Нужно и кресло все сложить, и потом буду варить борщик. Так, ну что, вот борщик готов, с горем пополам его сварила, знаете. Вообще, порезала морковку, пошла полежала. Порезала лук, пошла полежала. В общем, фасоль сварилась, все нормально. Ровно 12 часов сейчас. Ребята еще на улице. Я тут лежу, а Фонька гуляет. Ты гуляешь, сына? А, ты стреляешь? Папа. Папа? А где папа? Смотрю сейчас такое кино по ТНТ про фильм «Дуэлянт». И прям хочется его посмотреть. Вот он только вышел недавно. Что такое, сынок? Папа. Папа? Да папы хочешь? Да. Надо шапочку одевать, курточку. Ты что, балуешься? Спрятался. Не надо. Развесила белье постельное. Солнышко, блин, так ужасно лечь в такую погоду. Просто ужас. Так тепло, хорошо, прям на солнышке вообще. А я болею. Сейчас пойду еще полежу чуть-чуть. Даже жучки вон сели погреться на эти мои штуки. Даже цветочки порасцветали. Вот этот львиный зев красивый, очень желтенький. Тоже петунья. Я тут лежу, и Афонька пришел. Ты пришел? Да. Ты покушал? Да. И как там, вкусно? Да. А кто тебя покормил? Мама. Нет, кто тебя покормил? Папа. Папа, да? А что ты кушал? Борщ? Да. Скажи, борщ. Борщ. Борщ? Да. А папа кушал борщ? Да. А ты можешь сказать, чтобы папа сделал мне чайку? Да. Попросишь папу, чтобы он мне чай сделал? Попросишь? А? А? Папу попроси, чтобы папа сделал мне чай. Пойди папе, скажи, пап, сделай маме чай. Хорошо? Интересно, как он сейчас это скажет. Я тут лежу, слушаю, как сижу, у них там кормят большом.
Гришулей смотрим сейчас кино. Что там, тебе нравится фильм, сынок? Мне хочется, знаешь, на аистах. На аистах. Но они скоро уже кончаются. Да, они только недавно начали, сынок. А вот это, что мы смотрим сейчас, «Слабая женщина» называется. Тебе нравится? Красиво. А мне нравится. Мама, ты сможешь посмотреть? Что? Что там? Смотрим. А мне нравятся такие фильмы по второй, которые про любовь по выходным идут. Я прям их с удовольствием смотрю. Мама к такому привыкла бы. Эти фильмы не про меня, так что меня в это... Мам, так что меня в этих рассказах, знаешь что, не трогать. А почему это? Да я не очень такие люблю. Я люблю где побольше экшена. Да? Папа нам со своего мабрикова. Мы бы... А что они? Только бы разобрать все детали поставить на место. Хоть ставь. Мама, то бля. Зайчик, не нужно. Не нужно, пожалуйста, сынок. Когда-нибудь надо с папой, чтобы аккуратненько. Туша. Жунечка будет солить сало, тут нам дали домашнего. Ну, не дали, вернее, мы купили. А где ты намешал соль и перец? Ага. Ну, так по консистенции нормально. Ну да, вот соль и перец. Сейчас еще чесночок. Будет, да? Да, ты его вот так это раздавливай. Так, может, сразу удалено? Нет, ты же его по несколько зубчиков кидай. Ну как, будешь накладывать? Ты только не тот, что для молока, ладно? Вон там же пустой. Баллончик вон чистый. А вон чистенький стоит. Вот такой даже с мяском, да? Это сало прям хорошее. Пуля сейчас будет солить сало. Пуля тут солит. А Гриша запихивает, а то у папы рука не пролазит, да, Гриш? Да, уже пролазит. Да? Да. Хорошо, что у папы есть ты, сынок. Кто бы это все еще делал? Да, пап? Ты. Я? Могу закрывать? Ну да, да. И в холодильник, да? Ага. А заливать его вот это ничем не, да? Еще неси баночку, сынок. Дня, спасибо за внимание. Спасибо. Тут смотрим танцы. Ребята тут себе настелили. Да? Мама, я сок из яблока могу. Да? О, у нас тут свои танцы, да? А что вы танцуете в Мариинском театре? Танцы? Или я люблю Мариинский театр. А какой театр вы любите? Сколько вы там яблоки с... Голландия. Ну, хорошо. Что вы не танцуете? Я в Нидерландах там. До вас добрался. А, вы планируете? Тут как раз какой-то возможно, чувак будет из Краснодара. Ну, танца. Да. Ну, если да. Закончишь же нахрен заниматься, это все. Это понимаешь? Ну да, мышцы вообще не все. Алё, не так волнуйся, чувак, ты чё? Ты на ногах ходишь, всё хорошо. А что будет, если он перестанет? Танцор мой. Сказал, Гриша, когда ты последний раз отжимался, да? Вау, и тут начал отжиматься. Давай отжиматься, давай.